я выехал с ремонта, поехал. Я не знал, как мне объехать там, потому что там везде были знаки. С правой стороны там вообще одностороннее движение и кирпичи. У меня много было по СПБ, и надо было выскочить на остановке выйти. Там бабушки, дедушки, они с палочками. Впереди шла маршрутка. Я подумал, что она работает с утра, и я знал, где она объехала. И я поехал след за ней, через метр прямо вот ехали друг за другом. Ну и когда я понял, что я выскочил уже на брусчатку, а сзади поджали легковые машины, мне уже назад было не уйти и не развернуться. И мне пришлось доделать маневр за этой маршруткой. То есть за вами ехали еще легковые машины, да? Да, легковые машины уже поджали. Тоже да. По тротуару? Но они не по тротуару, а вот здесь вот где аптеку уже поджали. То есть мне ни назад не уйти было, ни развернуться. И мне пришлось доделать маневр за этой маршруткой, которая впереди. Но когда я выехал уже туда, я уже понял, что мы попали нормально. А впереди маршрутка ехала, так того же маршрута, что ваша? Нет. У вас какой маршрут? У меня 12. 12. А впереди какого не знаете? Ну, если предполагать, что там ходят 27-е и 55-е, это автобусы большие, а у меня была маленькая малолитражка, то значит это шла двойка по всей очередности. Но не наша, не 12.